жестокое обращение животных до 5 лет. В многих городах Российской Федерации возможны такие случаи. Убийство 250 животных, кошек и собак, таким зверским способом. Собаки тут. Наш рон! Рон! Да мы при чем мы здесь? Я кто сделал? Департамент. Документ. Покажите документ, где написано всех убить. Где? Да, и что? Где у нас написано умерщвлять всех? Вот, что они написали. Запрос, который мы направили на имя министра внутренних дел, на имя Колокольцева, чтобы все-таки в этой ситуации разобрались. Жестокое обращение животных до 5 лет. Собак тут нет. Ни одной собаки. Нецелевое расходование бюджетных средств и превышение должностных полномочий. Просим распустить департамент ветеринарии города Якутска и вынести предупреждение главе, мэру города Якутска.